Безупречная улыбка и позитивные эмоции – прекрасный подарок к Новому году. В клинике «Семейная стоматология» помогут не только обрести красоту и уверенность в себе. В декабре для всех пациентов здесь проходит праздничная акция. С 10 по 30 декабря каждый наш пациент получает подарок. Главным подарком является посещение Деда Мороза со Снегурочкой. Без новогоднего презента не останется ни один посетитель клиники. И у любого из них есть шанс в канун праздника принимать поздравления и подарки от сказочных гостей. Делать сюрпризы к праздникам своим взрослым и маленьким пациентам стало в семейной стоматологии доброй традицией. А Новый год – замечательный повод, чтобы ее поддержать. На предложение поучаствовать в акции откликнулись губкинские предприниматели. В этом году большое количество компаний нашего города присоединилось к нам. Среди подарков есть скидки, сертификаты от наших партнеров и много призов. Коллектив семейной стоматологии желает своим клиентам встретить Новый год со здоровыми и красивыми зубами и дарит к празднику положительные эмоции. Новый год – это всегда прекрасная пора. Приятно встретить Новый год с красивой улыбкой, ну и получить приятный бонус в виде подарка – это всегда здорово. Подробности праздничной акции можно узнать на сайте клиники, страничках семейной стоматологии в социальных сетях и Инстаграме. Спешите за здоровой улыбкой и новогодними сюрпризами. Количество подарков ограничено. Мы ждем вас в семейной стоматологии! Ирина Заикина, Александр Анфимов. Новости губкинского.